В начале марта в 4-й Одинцовской гимназии по инициативе семиклассников и их родителей прошла благотворительная ярмарка. Мероприятие оказалось успешным. Для помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, которых разместили во временных пунктах, удалось собрать около 70 тысяч рублей. Приобрести и доставить необходимую технику, две стиральные машинки, вызвались добровольцы из Одинцовского волонтерского союза. Едем в Волоколамск, в лагерь, где разместили людей, прибывших с ДНР и с ЛНР. У нас пришел запрос, что им катастрофически не хватает стиральных машинок. Закупили две стиральные машинки, сейчас едем отвозим. Ну и заодно узнаем, что еще им может быть нужно. Во временном пункте размещения на базе детского оздоровительного лагеря имени 28 героев-панфиловцев под Волоколамском рады помощи. А этот полезный и долгожданный подарок пришелся еще и к 8 марта. На самом деле помощь сейчас очень важна, потому что людей прибывает очень много. Любая помощь, даже не обязательно материальная, новые вещи у кого-то, может быть, есть какая-то техника бытовая в хорошем рабочем состоянии. Даже просто люди готовы приезжать в лагеря и помогать в работе там, с детьми. Это очень сейчас надо. Оставшиеся от ярмарки деньги решили использовать в образовательных целях. Новенький ноутбук передали в Одинцовский центр помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Мы вот эту оставшуюся сумму потратили, купили ноутбук, сумку, мышку. В общем, все для того, чтобы дети не отрывались от образовательного процесса и шли в ногу со временем. Передаем это все вам. Огромное. Кстати, ноутбук уже доставлен во временный пункт размещения беженцев в Коломне, где планируется оборудовать компьютерный класс для учебы детей. Спасибо Одинцовскому округу и волонтерам Подмосковья за компьютер! Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».